В Афгане. И в каком сне не предполагали, что вот так вот свидимся, да? А потому что были в одной великой армии, великой страны. А теперь я защищаю не великую, а свою, которую защищали мои предки 200 лет назад. А духи-то что здесь делают? А ты, командир, наверное, забыл, что я мусульманин. А все мусульмане братья. В Афгане братом ты меня называл. Даже жизнь спас. А теперь душманов не слишком часто братьев меняешь. У меня в дивизии 30% мусульман. И все воюют против тебя. Не задумывался, почему? Скоро они будут за меня воевать. Хер это они будут воевать за тебя! Никакой ты им не брат. Собрали здесь сброд уголовной твари. Криминал, работорговля, ублюдки какие-то, шушера. А твой летчик, который взорвал мой дом вместе с семьей, не уголовник?